Всем с вами Никита. Сегодня я вам покажу, как сделать пластилин придон дома. Нам понадобится крахмал картофельный, краситель и пена для бритья. Насыпаем крахмал в тарелочку. Берем пену для бритья и добавляем ее к крахмалу. А теперь все перемешиваем. Можно перемешивать руками. Вот такой пластилин у нас получился. Теперь нам осталось только его раскрасить. Для этого мы его разделим на три части, потому что у нас три краски. Получился желтый цвет. Теперь давайте сделаем красный. Теперь у нас получился оранжевый цвет. Теперь попробуем сделать синий. У нас получился цвет желтый, оранжевый и синий. Они похожи на пластилин, с ними можно играть. Вот такой пластилин у нас получился. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока!